Всего в городе появилось 60 умных остановок. Одну из них возле публичной библиотеки вместе с журналистами сегодня испытал вице-мэр Олег Извеков. Здравствуйте. Тестируем безопасные остановки на улице Челябинская. Кнопка вызова 112 оборудована видеокамерой, которая снимает все происходящее вокруг. А еще она интерактивная. Оператор, принявший вызов, может перезвонить и уточнить время ожидания экстренных служб. На самом деле полиция реагирует на все эти вызовы очень оперативно. И самый ближайший пост ДПС сюда подъедет в течение 2-3 минут. Интеллектуальная система видеонаблюдения позволяет отслеживать на остановке нестандартные ситуации. Оставленный предмет, драка, нетиповые движения, размахивание руками и так далее. Система автоматически реагирует на эти нетиповые сценарии и уже диспетчеру передает сигнал. Кроме умных остановок, в городе появилась еще одна смарт-новинка. В МФЦ посетителям теперь помогает промобот Василий. В списке его должностных обязанностей 20 услуг. Привет. Добрый день, Олег Борисович. Ох ты, даже так. Вот видите, он даже кого-то узнает. С визитером робот может пообщаться и на отвлеченные темы, обсудить погоду или восстание машин. Пока Василий работает только в многофункциональном центре на труда. В будущем мэрия совместно с правительством региона планирует трудоустроить его коллег и в другие отделения. Инна Львошина, Вячеслав Ватутин, Владимир Котегов, Урал-1.